В Донецке и пригородах два человека пострадали в результате обстрелов с украинских позиций. Ночью предположительно из гаубиц калибром 122 мм, оружие не должно применяться по минским договоренностям, был нанесен удар по Куйбышевскому району. Серьезно повреждены здания детского сада и 8 жилых домов, некоторые квартиры полностью разрушены. Люди, кто в чем был, выскакивали и укрывались в подвалах и подъездах. Мы спали в это время, как окно, в той спальне. Меня сдуло ветром с этого самого кровати. Я выскочил, присел, и они постоянно бьют и бьют. Второй раз квартиру разбила. Пол первого ночи. Стекол нет, балкона нет. Спасибо, девочки. Ничего нет. Если ты сам не почувствуешь на себе, на своей шкуре, то, я не знаю, тут слов нет, чтобы рассказать. Просто нет. Это настолько страшно, что врагу не пожелаешь. На место прибыли представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также совместного центра по контролю за прекращением огня. В Министерстве обороны провозглашенной Донецкой Республики подсчитали, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по районам у линии соприкосновения в общей сложности 266 мин, управляемых ракет и других боеприпасов.